Добрый день, Ильяс. Добрый день, здравствуйте. Мы впервые в вашем магазине. Да. Итак, давайте объясним, где мы находимся и какой товар вы хотите представить. Хорошо. Мы метро Дубровка, торговый комплекс Дубровка. И шестой ряд, 96-98 павильон. И в Москву. Наш магазин мужская одежда. И я хочу представить вам футболка, спортивные костюмы, шортики, брюки. И еще у нас кофта и жилет. Вот так. И наш размерный ряд 48 до 56 идет. Ильяс, есть ли у вас доставка Москва, Московская область, регионы? Да, у нас доставка по всей Российской Федерации есть сначала. Да, даже есть. Одной штуки. Даже одной штуки есть, да. Угу. Да, все даже. Вопросы задавать необходимо по WhatsApp. Все контакты указаны под видео. Как вы работаете? Опт, розница? Мы пока работаем розницу. Конечно, у нас тоже опт есть, но пока я не интересую. Но все равно напишите, пожалуйста, через WhatsApp, и я вас помогу для опт. Угу. Вот. А будут ли скидки для наших подписчиков? Конечно, 10% скидка будет по каждому вашему подписчику. То есть сегодня мы озвучиваем розничные цены и минус 10% да. Для подписчиков этого Конечно. Канала. А скажите, ваш график, как вы работаете? Мы работаем с 10 до 8 без выходных. Каждый день с 10 утра до 8 вечера без выходных. Без выходных, вообще без выходных, и мы работаем постоянно. Хорошо. Кто производитель вашего товара? Из Турции. И, например, футболки и спортивные костюмы мы прямые поставщики. Сначала надо сказать, мы сами шьем футболки и спортивные костюмы. И остальных почти у нас 90% из Турции производство. Конечно, у нас сейчас есть китайский, фабричный Китай. Но помните, когда было землетрясение, после ситуации логистика была очень сложна, поэтому мы покупали производство Китай. Но сейчас уже 90% турецкие вещи наши. Угу. Вот. Ну что, тогда начнем. Ильяс, на вас одежда да. Вашего производства? Да, конечно. Расскажите о ней. Да. Какой у вас рост первый? У меня рост 183 и вес 96. Да. И, наш, например, сначала показываем нашу поло Calvin Klein один в один. У него состав 97% хлопок, 3% эластан сначала. И размер вот этих тоже 48 до 56 идет. И цена у него 3500 рублей. И минус 10% скидка по каждому подписчику. И брюки тоже Armani Emporio. У него 75% хлопок и 25% полиэстер. Иногда люди думают, что полиэстер, когда полиэстер включается, это неудобно одеть. Нет. По каждому спортивному костюму, именно спортивный костюм должен быть полиэстер. Но 100% хлопок в спортивный костюм нету. Все люди, например, вы зайдете в какой-то торговый центр, и они говорят, что 100% хлопок. Нету такого. Мы сами шьем, поэтому мы это профессией занимаем. Вот. И если честно, это костюм идет. У него сейчас сверх тоже покажу вам. А стоимость брюк? Это спортивный костюм идет. Не отдельно. Я вас покажу. Спасибо. Угу. Брюки. И у него вверх спортивный костюм идет. Размер уже сказала 48 до 56. Armani Emporio, один в один. Вот. У него стоимость 11000 рублей. Вот, вот такого плана. И кармашек безмолвный идет. Еще внутри подкладка. И очень тонкий, летний, совсем летний товар. Очень классно. Да. Вот. И на мне футболка поло. Желтый цвет, вот такого плана. Вот, еще у него сзади хочу показать.
И состав у него 95% хлопок, 5% эластан. Размерный ряд 48 до 56 идет. И цена 3500 рублей. И минус 10% скидка для вашей подписчики. И давайте еще я вас предлагаю показать наше поло. Вот такого плана. У него воротник молнии идет. Угу. Вот такого классного цвет. Еще темный синий. Пожалуйста. У него воротники по головкам идет. Также у них размер 48 до 56. Также состав 95% хлопок и 5% эластан 3500 рублей. Еще. Также вот такого плана. Белый поло. Вот такого плана. Ярко-песочный поло. Также состав 95% хлопок, 5% эластан. И цена стоимостью 3500 рублей. Пожалуйста, еще. Пожалуйста, вот такого плана. Еще поло. Воротник у него по головкам идет уже. Черный, синий. И зеленый, белый. Стоимость 3500 рублей. Размерный ряд 48 до 56. Также. И также еще у него вот такого. Синий, белый. И белый, оранжевый. Оранжевый есть. И вот такого плана тоже. Обратите внимание, у него состав 75% хлопок, 25% полиэстер. Надо сказать. Также размер 48 до 56. И также стоимость 3500 рублей. Угу. И вот такого плана, пожалуйста. Также воротники по головкам идет. Сейчас. Все рабочие пуговицы? Да, все рабочие пуговицы. Отлично. У него 98% хлопок, 2% эластан. Также вот такого плана. Еще. У них стоимость 4000 рублей. И размер нет. 48 до 56 идет. Угу. Еще. Вот такого плана. Опять. Обратите внимание, у него размер 48 до 54. 56 у нас размер нету. Воротники молнии идет и рабочие. Пожалуйста, вот такого плана. Трикотажный поло называется. Также туркуаз, белый цвет. И также черный. Стоимость у них 3500 рублей. Тоже. И, конечно, не забываем, минус 10% скидка для всех подписчиков. Угу. Также вот такого голубого белый цвет. И белый бордовый цвет. Вот такого плана. Также у них размер 48 до 54 идет. И цена стоимости 3500 рублей. У вас очень большой ассортимент пола, цветовая гамма. Давайте так очень быстро, да, посмотрим. Угу. Угу. Также вот такого плана. Летний и классный цвет. Пуговик тоже рабочий, воротник и пуговик идет, и рабочий, конечно, пожалуйста. Вот такой тонкий и классный товар. Состав 95% хлопок, 5% эластан. Размерный ряд у него 48 до 56 идет. Еще вот такого плана. Очень классный товар тоже. Пожалуйста.
Совсем летний. Классный товар. Еще, пожалуйста. Вот такого плана. Стоимость у них тоже 3500 рублей. И на меня приходит другая футболка. Посмотрите, однотонный белый, вот такого плана. Размер у него тоже 48 до 56 идет. И состав у него 90% хлопок, 10% эластан. Производство из Турции. Кстати, мы сами шьем. Вот товары. Очень классно. Да. Также у него ярко-зеленый цвет. Также у него вот такого плана голубой цвет. Также хаки. Также туркуаз, наверное, называется по-русски. Извините. И также черный. Еще белый, конечно, идет вот такого плана. А потом начнет однотонный, только логотип вот такого плана, минимальным логотипом идет, однотонный тоже. Также у них 95%. Однотонный 90%, хлопок 10%, эластан идет. И остальных 95% хлопок, 5% эластан идет. Стоимость однотонный именно 2700. По каждому футболку стоимость, конечно, отличается. Есть 3000 рублей, есть 3500. И также вот такого плана. Однотонная футболка. Если хотите вот такого плана, однотонная. Это печать дигитальная. Называется. Пожалуйста. Состав тоже 95%. Хлопок 5%. Эластан. Размерный ряд у них 48 до 56. И у него цена 3300 рублей. И минус 10% скидка для всех подписчиков. Только не забывайте подписаться на наш телеграм. Вот. И продолжаем. Вот такого плана летний и классная футболка. Пожалуйста. Угу. И тоже вот такого плана. Футболка. Тоже очень классная, шикарная. Также 95% хлопок, 5% эластан. Размерный ряд 48 до 56. Стоимость 30 рублей. Пожалуйста. Угу. Именно темные футболка любители. Для. Пожалуйста, вот такого плана. Все футболки производства Турции? Да, все футболки производства Турции у нас. Мы сами шьем. Пожалуйста. Вот такого плана. Размер уже 48 до 56 идет. Огромный ассортимент футболок. И однотонный. С логотипом, без логотипа. Угу. С такими рисунками, орнаментом, да? Да. Угу. Угу. Какой самый большой размер футболки? У нас самый большой размер 56. Но для побольше размером у нас здесь для великан называется 50 до 56. У нас 5 модель или 6 модель есть великан. Можно несколько посмотреть? Да, конечно. Пожалуйста. Вот такого классного горчичный цвет. Вот такого. У них состав тоже 90%. Великан состав 98%. Хлопок 2% эластан идет. Размерный ряд у них 54 до 62 размер идет. Короче, вот такого плана. Угу. Стоимость у них 3400 рублей. Черный. Вот такого плана белый. Еще. Вот. Вот такого плана. Однотонный белый. Это тоже белый. Большие размеры. Да, тоже большой размер. 56 до 62 размер ряд у них. Вот такого плана. Тоже 3400 рублей. У них стоимость. У вас другой спортивный костюм. Расскажите о нем. Конечно. Который на мне сейчас спортивный костюм.
Вот такой вот классный яркий цвет. И молния, тоже двухсторонний молния идет. Вот такого плана. И состав у него 75% хлопок, 25% полиэстер. Вот здесь кармашек идет. Здесь наверх кармашек. Без молнии, кстати. Вот такого плана. И прямые штаны тоже прямые идет также. Угу. Летний вариант. Сзади тоже карман идет. Стоимость 11 тысяч рублей. И для подписчиков будет 10% скидка, конечно. Только не забывайте спросить, 10% скидка. И продолжаем. На меня новый поло, футболка. Размерный ряд у него тоже 48 до 56 идет. И 90% хлопок, 10% эластан у него состав. И стоимость тоже 3500 рублей. И еще вот такого классно белый. Прямые шортики, карман у него, два кармана, и еще сзади тоже, также карман идет у него. У него состав тоже 95% хлопок, 5% полиэстер. И размер ряд 48 до 56 идет, и стоимость 3500 рублей. Также минус 10% скидка для всех подписчики. И также у него черный, вот такого логотипа. Угу, пожалуйста. Тоже 95% хлопок, 5% эластан. И стоимость 3500 рублей. Пожалуйста. Размер ряд 48 до 56 идет. Цветовая гамма. Цветовая гамма, вот такого серый цвет. Во. И не заужены. И наши шортики все очень хорошо сидит. Комфортно. Шьем. И другой вот такого плана. Пудровый цвет. 48 до 56 размер идет у него. Тоже состав 95% хлопок. Пожалуйста. Стоимость 3500 рублей. Угу. Еще. Другой логотип там. Тоже белый. Вот. Пожалуйста. Размер я тоже 48 до 56 идет. Стоимость 3500 рублей. И или состав. Можете к себе приложить, показать, какая длина у них. Просто приложить. Да, конечно. Вот так вот. Они чуть короче. Угу, да. Какой у вас рост? У меня рост 1,83 м. Угу. Вот еще. Также других моделям. Вот такого хаки модель. Шортки. У него размер, кстати, 48 до 54 идет. Не до 56. И у него состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Вот такого плана. И во всех шортах присутствуют три кармана. Задний, да, 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 конечно. Еще у него стоимость 2700. Также у него еще футболка есть вот такого плана. Оверсайз. Хаки цвет тоже 48 до 54 размер идет. И также 80% хлопок, 20% полиэстер. Также стоимость 2700 рублей, 5400 рублей. Вот такого плана. Костюм, шортик костюм. И минус 10%, конечно, скидка. Только не забывайте спросить скидка. И не забывайте подписаться на наш телеграм-канал. Также у него... белый... костюм, 48-54 размерный ряд, и тоже 5400 рублей стоимости. Также состав 80% хлопок, 20% полиэстер. И также вот такого голубой цвет есть, пожалуйста.
У него модель вот такого, вареная модель называется у нас. Вот такого, не думайте, это брак или какой-то грязный. У него модель вот такого плана. Вот, нулевой цвет. И оверсайз. Но 50, до 54 идет, конечно, но это оверсайз. Даже 56 возможно идет. Возможно. И продолжаем. Вот, на мне другой спортивный костюм. Вот такого плана. У него это спортивный костюм, пуговиком идет, и штаны, три рабочих карман, и вверх одно, вот такого плана карман. И состав у него тоже 75% полиэстер, 25%, извини, пожалуйста, 75% хлопок, 25% полиэстер идет, размерный ряд 48 до 56 идет, и цена, стоимость у него 11 тысяч рублей. Вот такого плана. И, кстати, у него штаны прям идет. И вот такого резинка. Вот. Угу. Также у него темный цвет. Темный цвет. У данного костюма два цвета. Светлый и темно-синий. Да, светлый. Была еще два цвета, но не остался, если честно. Мы скоро новые, конечно, наступаем. Вот такого плана, у него штаны, вот такого плана. Угу. А еще... Так же, как на мне, но у него, например, нету логотип, без логотипа. У него два кармана идет и... Карманы рабочие? Да, рабочие, пуговикам. Вот такого плана. У него штаны черные, долго. Вот такого плана. Размерный ряд. Размерный ряд 48 до 56. Также и стоимость 11 тысяч рублей. Однотонная. Цвет только один такого костюма? Да, такого костюма только один. И вот такого плана. Пудровый цвет. Угу. Также у него размер 48 до 56 идет. Внутри подкладка, рабочий верх, рабочий карман 2, и что, брюки у него рабочий карман 3, что идет, тоже прямые брюки, вот такого плана, у него еще капюшон, у него состав, это спортивный костюм состав 85% хлопок, 15% полиэстер. Стоимость тоже 11 тысяч рублей. Цвет только один, бежевый? Да, именно вот такого плана только бежевый цвет остался. Угу. Вот. Также вот такого белый есть, другой логотип. И у него брюки черные. Также внутри подкладка идет, подкладка, состав также, не, у него состав, извини, пожалуйста, 85% хлопок, 15% полиэстер идет, размер 48 до 56, также капюшоном, пожалуйста, и стоимость тоже 11 тысяч рублей у него. И... Вот такого плана, серый темно-синий, очень классно смотрится, другой спортивный костюм, пожалуйста. То есть спортивные костюмы и костюмы для отдыха можно приобрести как с капюшоном, как вот с такой стойкой, да, да? А, как без стойки, ну вот как на Илис, да, вот как рубашечного, да, плана. Да. То есть огромный большой ассортимент. Да, у нас. Стоимость, вы знаете, примерно 11-11500, да, за костюм, да, ну, плюс скидка, да, плюс скидка. У нас спортивный костюм стоимость начнет от 8500 рублей до 11500 рублей. Конечно, еще у нас огромный выбор спортивных костюмов, полошовки и трикотажные. Лес, к вам же можно обратиться, например, я хочу белого цвета спортивный костюм, угу, и определенного размера. Вы сможете подобрать? Да, конечно. Да, конечно. Можно подобрать. Здесь
исполнит все ваши пожелания. Да. Скажите цвет, скажите, какой фасон вы хотите, угу. С капюшоном или без, да. И вам подберут. Конечно. Продолжаем. Дорогие женщины, пожалуйста, посмотрите, у меня еще спортивный костюм, плащевка. Вот такого плана, яркая и классная плащевка. Спортивный костюм. Размер этот костюм идет 48 до 54. 56 у нас нету. Вот такого плана. У него... У меня рост 1,83 м. Например. Вот такого плана. У него вверх два рабочих кармашек идет. Молнии. У него брюки. Два тоже рабочих кармашек молнии идет. У него у брюки можно сделать с манжетом, можно сделать прямые. Вот такого плана. Без проблем, как хотите. Вот такого плана. И, кстати, состав у него плащевка, но это плащевка итальянский. Чисто итальянский плащевка, но в Турции мы сами шьем вот это. Рабочий, турецкий, конечно, производство, но материал итальянский получается. У него еще сетка идет, вот такого плана. Белые. Цвет такого костюма один? Да, один цвет такого костюма, еще других цвет у него тоже ярко, вот такого плана ярко цвет идет. Размер тоже 48 до 54, а стоимость, кстати, стоимость у него 8500 рублей. Очень классная стоимость тоже. Также вот такого плана. Классный спортивный костюм. И... Также вот такого коричневый цвет. Черный коричневого. Да. Тоже также размер 48 до 56 идет. Также у него брюки можно сделать манжетом, можно сделать прямые. Состав тоже итальянская плащевка и внутри сетка получается. Стоимость у него 8500 рублей. Вот такого плана. Также у него белый и черный есть. У него на грудь кармашек идет. Рабочий. Да, рабочий, конечно. И вот такого плана. Угу. Внутри также сетка идет. И 48 до 54 размерный ряд. Стоимость тоже 8500 рублей. Угу. Тоже так, не забывайте только подписаться на наш телеграм-канал. И 10% скидка и всех подписчики для подписчиков. Продолжаем. Дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, на меня жилетка. Вот такого плана. Пожалуйста. У него два рабочих кармана идет. И молнии и пуговиком идет. Также и размер ряд 48 до 56. Жилетка, это вот эта жилетка. Стоимость 6, старая цена 6900 рублей, но сейчас 4500 рублей распродажно уже. Вот так. Угу. Плана. Также у него зеленые хаки, темный синий и белый цвет. Других моделей тоже есть. И все. Каталогу, полностью каталогу на наш телеграм-канал. Только не забывайте подписаться на наш телеграм-канал и посмотрите все модели. И напишите за все вопросом через WhatsApp, и я вас помогаю. Конечно, без проблем. Конечно, весь ассортимент невозможно показать мужской одежды. Поло, футболки, шорты, спортивные костюмы, костюмы для отдыха с капюшоном, со стойкой, воротником, ветровки баллоневые. Все, что будет вам интересно, все, что вы увидели, либо мы не успели вам показать, задавайте вопросы. Вам во всем помогут. Присылайте скрин.
спрашивайте свой размер, стоимость, и вам осуществляют доставку в любой регион Российской Федерации, Москва, Московская область, помогут, подскажут. Приятных покупок! Thank you.